Аз есмь сущий, ибо аз есмь и царствие, и сила, и слава великого архитектора Вселенной. Я Владимир, пришел в этот мир для того, что делаю. Я рад приветствовать каждого на этом канале и желаю вам здравия тела и ясности ума. Есть три основных вопроса, на которые индивидуум в свое время начинает искать ответы. Кто я или что на самом деле представляет из себя человек, его тело, его психика, и как он воспринимает себя и окружающее пространство? Где я? Или из чего на самом деле соткано это пространство, на которое мы смотрим и воспринимаем как реальный мир или Вселенную? Зачем я существую? Или каковы причины моего существования в этом мире и каково мое назначение в этом мире? На этом канале вопрошающий также найдет информацию о способах природного исцеления хронических заболеваний человеческого тела и причинах их вызывающих, а также мы поговорим о психосоматике, клинической, социальной, семейной психологии. Отдельно рассмотрим смыслы существования религий, государственных систем и методики глобального контроля и управления человеческой расой или людьми.